Исключить любой контакт с хищником, не делать резких движений, не провоцировать – это первый и, пожалуй, главный пункт новой памятки. Ее создатели советуют при первой же возможности сообщить в службу спасения 112 информацию об обнаружении на территории населенного пункта дикого животного. Подчеркивая, самостоятельно уничтожать лесного зверя запрещено. За стрельбу на территории населенного пункта для граждан предусмотрена административная ответственность. В документе говорится о хищниках в целом, хотя охотники знают, нападением на человека чаще грешат медведи, но несмотря на это, волки тоже могут нанести серьезный вред. С волком проблема гораздо серьезнее. Вот. Во-первых, ущерб более значительный, чем от медведя. Медведь, он так, это, можно сказать, игрушки. На человека не нападает, и особенно на скотину домашнюю скот не нападает. В единичном случае, что касается волка, то самое обидное, что у нас, не то, что обидное, проблематичное, то, что численность волка катастрофически растет в геометрической прогрессии. Пункт номер 3. По возможности установить вид животного и вероятность причинения им вреда здоровью и жизни человека. И последнее. Незамедлительно сообщить об обнаружении дикого животного в администрацию населенного пункта или единую дежурно-диспетчерскую службу. Это необходимо, чтобы к визиту хищников были готовы и соседние населенные пункты. Волки оккупируют они большую территорию, до 50 километров проходят, могут проходить. Они сегодня в Визинге, завтра по Ёлдино. Потом в Куратове за одну ночь могут все это обойти. Вот. Ну, мы как бы Визинги создали, но с расчетом у нас район-то маленький. Мы, как говорится, все осваиваем. Кроме этого, жителям региона напоминают, при обнаружении диких животных необходимо сообщить об этом и в МВД по Коми. А если нападение хищника избежать не удалось, использовать все доступные меры защиты. По словам охотников республики, выход медведей и волков в населенные пункты имеет сезонный характер. И встречи с людьми чаще происходят зимой. И все же быть начеку следует всегда. Анастасия Тюрнина, телеканал «Юрган».